Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. В жизни каждого учителя английского бывали моменты утраты правого пути и совершения профессионального греха. Какие же они, семь смертных грехов преподавателя? Absolutely sure that I am right. There's no doubt about it. How dare you, student, argue with the teacher? That's a good question, thank you. Let's both Google it and discuss it next time. Hello! How are you today? Aren't you hungry? Because I'm starving. Bye-bye, have a good weekend. Ooh, it's lunchtime. My precious, my dear, dear students. Okay, so the next one is at 4 o'clock, and then I'll have a break. Hello? Oh, I'm sorry. Unfortunately, I already have a lot of students. My schedule is pretty busy, so I can't commit. Sorry. Bye. You haven't done your homework again! You haven't done your homework again! That's a real pity you didn't do your homework. You know, it helps you improve English faster. So I hope next time you'll do it, okay? So what are we going to do today? How to speak? No. How to listen? No. No. Okay, so today we're gonna discuss passive voice, how to use it correctly and why, and we're gonna take a look at this episode. Опять отменил занятие. Это потому что я плохой учитель. Так, о, опять отменил занятие. Ничего, будет побольше времени подготовиться к другим урокам. Ой-ой, учитель английского, 50 тысяч подписчиков, произношение просто жесть. У нее, небось, одна реклама косарей 100 стоит. Я вот пашу с утра до ночи, у меня учеников куда больше и произношение лучше. Вообще. О, учитель английского, как интересно. Вот этого я не знала. Интересный подход. Надо тоже на своих уроках попробовать. Здесь изнемог высокий духа взлет, но страсть и волю мне уже стремила, как если колесу дать ровный ход. Любовь, что движет солнце и светило. Надеюсь, в вашей работе именно любовь будет основным мотиватором. На этом не все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, ставьте лайк, пишите в комментариях и stay tuned. Bye! Мне кажется, все равно прекрасно в таком виде. Блин, я стесняюсь. Биполярочка? Нет, у меня нету биполярки.